Слушайте, удивительные люди нас, конечно, окружают. Пишет мне сейчас некий Вадим, адекватный, казалось бы, человек, но Вадим. Пишет мне: Наталья, может быть, это не мое дело, конечно. Вот, Вадим, реально, это не ваше дело. Ребят, давайте вот, когда вы такие думаете, может быть, это не мое дело, вот на этом месте вы все затыкаетесь. Это реально не ваше дело. Но Вадим пишет дальше. Он пишет: может быть, это не мое дело, но ваш муж, Наталья, мне не нравится. Вадим, я вас удивлю, но мой муж нравится мне. Именно поэтому... Он мой муж, а не ваш. Я понимаю, Вадим, вам нравятся совершенно другие мужчины, возможно. Поэтому вы давайте дружите там с другими мужчинами, живите с ними. Счастья, здоровья, совет да сельсовет вашей педобанде. Вот и все, вот и все.